Сначала делим пополам, да? После этого проводим и делаем что? Так, идею все поняли? Да. Одну половинку разрезали, и здесь что? И здесь то же самое, так примерно, да? Кстати, сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Получается 14. Я сейчас вот что вам скажу. Квадрат разрезать на гораздо меньшее количество остроугольных треугольников. То есть 14 это, конечно, правильное решение, но есть способ. Я знаю способ, могу нарисовать. Хорошо. Вот вам доска. К сожалению. Вы так, хотя я это нарисовал, уже с школы, хотя бы вроде маленький еще. Но успел сформироваться фильтр, что если что-то взрослый говорит, то значит глупости, это не надо запоминать. Понимаете, то есть вы привыкли, что с первого раза, вот когда зададут на дом, когда за это поставят двойку, потом еще раз двойку, потом пятерку, после этого надо посмотреть, а что же это было такое, о чем же мы говорили. Вот смотрите, я нарисовал на доске, что такое прямой угол. Я говорил, что такое острый угол, что такое тупой угол. Народ выходит и рисует вот так вот линию. Хотя, вообще-то, 180 невозможно разрезать на два острых угла. Чтобы здесь было меньше, чем половинка, и здесь меньше, чем половина, не бывает. Когда вы что-то делите на две части, либо они поровну, это 90 градусов, либо одна часть меньше, чем 90, другая больше. Это, конечно, не может. Здесь то же самое. Вот эти два угла уже делают картинку невозможной. Вот. Но это просто... Ужас какой-то. Главное 90 градусов. Еще раз повторяю, что нам нужно меньше, чем 14 штук. А все углы острые. Это трудная задача. Действительно трудная. Количество. 8 штук. Заметьте, 8 это намного меньше, чем 14, правда? Да. На 8 остроугольных треугольников.